Сегодня поговорим о резидентстве через бизнес в Арабских Эмиратах. Так как в Объединенных Арабских Эмиратах отсутствуют налоги как для физических, так и юридических лиц, резидентство здесь выбирают не только как инструмент для свободы передвижения, но и ради мягкого налогового климата. Проще всего получить резидентство на основании регистрации компании. В настоящее время в каждой компании одним из собственников должен являться гражданин Арабских Эмиратов, доля которого не может быть менее 51%. Компании, собственники которых на 100% являются иностранцы, могут быть зарегистрированы только в свободной экономической зоне. Вид на жительство можно продлевать неоднократно, пока компания существует. Постоянно проживать в Арабских Эмиратах при этом не обязательно. Но если не посещать страну вовсе, то визу могут аннулировать.